Не мы такие. Жесть такая. Охота, рыбалка. Сегодня выехал я на речку Ишим. Люблю рыбачить на Ишиме. Завел наконец своего Неваса. Давно не ездил на нем, запилился, бедняга. Такая замечательная погода. Градусник сегодня показывает у нас 0 градусов. Вообще прекрасная погодка. Такой вот замечательный снежок. Приехал ловить живца. Парни, в этот раз не стал покупать. Решил сам поймать. Завтра собираюсь на рыбалку, на щуку. Можете меня поздравить наконец, пацаны. Повешал я себе тросямбу. Служила мне вера и правда розетка 220. Ловите лайфхак, очень удобная штука. Пацаны подкалывали меня уже. Ну все, реально руки не доходили. Теперь же вот такой вот тросик. Прям вообще по красоте будет. Также приобрел, парни, бур себе. Такой вот тонаровский. Будем срывать сейчас цыляк. Ну, это рабочая тема, поэтому думаю, для вас это не новшество. Пожелайте ни хвоста, ни чешуи. Поехали. Поехали, пацаны. Поехали. Грех не прокатиться с такой горочки. Вы меня поддержите. Опа. Погнали. Погнали. Нет, вижу. Сами. Место, где ловят живца. В селе Зеленом. Уже вон мужики сидят. Вот здесь постоянно ловят. Ну что-то последний раз, блин, цена 70 тенге, пацаны. В городе полтинник стоит, со скидкой 40 можно купить. Здесь по 70 продают. Сейчас наворочу живчика и завтра поеду за щукой. Снег валит капитально. Погодка прям вообще красота. Так. На молодости. Моя чудо-удочка. Одного поймал. Короче, пацаны, сегодня живец клевал плохо. Время уже 6 часа. Все уже уехали, я последний остался. Пробовал и на мормышку, и на обычный свой поплывок. Поймал немножко, ну не знаю, для рыбалки завтрашней не хватит. Если он также завтра будет клевать, то, блин, бессмысленно ехать без живца. На щуку там у меня штук 9, живца получается и 10 щуколовок, замены нету. Короче, придется походу завтра ехать еще раз живца ловить. Но сегодня все жаловались, сидели, кто рыбачили, здесь ловили. Сегодня он не клевал вообще. Мужики говорят, если 3 дня приехали назад, наворочили его сразу. Смена погоды. Дул ветер штормовой у нас 3 дня подряд. Сегодня штиль, вот такой вот снег. Весь день валит. Поэтому как бы вот так. Смена погоды. Не мне вам объяснять, что это такое для рыбы. Рыба в шоке. Поэтому я сворачиваюсь. Приеду завтра, наверное, еще живца половлю. А потом уже поеду заряженный на щуку. Пользуясь случаем, хочу добавить, ребята, вот сидел здесь рыбак местный, села Зеленого, не знаю, как зовут дядьку. Ну вот, видите, оставил банку, оставил пакет, бутылка вон валяется, 5-литровая. Это вот так вот делают местные. Мужики, не обижайтесь, ну так нельзя делать. Так делают только свиньи, по-любому за собой оставляют. Ладно, бычок там, бумажка, с ним ничего не будет, но вот это делать нельзя. И хотел добавить, снимал видео я по зайцу, помните? Кто из подписчиков смотрит меня, знает, когда подбили мы зайца, с Романом ездили. Там один какой-то диванный воин, короче, писал в комментариях, типа, что-то там непонятки какие-то там по зайцу, что-то я так и не понял, чушь какую-то нес. Дядя, я говорю про вот это вот, мусор надо убирать. Беречь матушку природу надо начинать с мусора.
Че тут не Васик мой? Заждался? Она снега накидала капитально. Корыто прям по кайфу. Есть? Все загрузил вот так и все. Ништяк. Ну все, поехали. Посмотрим завтра. Поеду за жуцом или поеду на рыбалку. Как говорится, утро вечера мудренее, пацаны. Сами знаете. Ты че, братан, блядь? Завязывай нахуй. Всем добрый вечер. Да-да. Добрый вечер, а не утро. А, что вы думаете? Без матов тут никак нельзя, пацаны. Первый раз вообще поехал без ящика инструментов, там, причиндалов. Обычно всегда вожу, потому что АвтоВАЗ — это такое говно. Да простит меня, как говорится, мой подписчик. Ну, ребята, оно так и есть. Я знаю, что такое советские машины. Аккумулятор, естественно, разрядился. Карп, короче, у меня была уже проблема такая не раз. Я думаю, нормальные пацаны меня поддержат. Единственное, будут рады те, которые дизлайки ставят. А Вова, я заведусь сейчас. Фух, я, конечно, поторопился немножко, пацаны. Но надеюсь, что я сейчас все-таки поеду. Я привез себе, дорогая, пилюли. Сейчас будем тебя лечить. Ну что, дорогая, посмотрим проблему твою. Бабки не ходи. Свечи закидала. Это набор инструментов в первую очередь надо с собой возить. Конечно. Че? Капец. Просто капец. Я надеюсь, на этом все. Все, свечи прожег. Надеюсь, что эта проблема была в свечах. В чем проблема, пацаны? Смотрите же видосы. А? Может, кто знает, уже не первый раз такая проблема. Ну, вроде свечи видели, дома нормально завелась она. Проблем не было. С полпина, как говорится. А вот приехал, постояла. Какого-то хера свечи, получается, закидала. Ну что, любовь всей моей жизни. Домой поедем? Завелась, родная, завелась. Слушайте, ну с утра еще снежок хотелось, но уже он просто достал. Нереально, блин, вообще капец. Метет уже с 12 часов, сейчас уже 8. Все, пацаны, я дома.